когда-то первый раз я начала рисовать еще, наверное, совсем в детстве, годиков 4. Мама заметила то, что вещи у меня на рисунках выглядели объемными. На сегодняшний день я художник-оформитель, художник-стрит-артист. Мы очень много рисуем в основном на стенах, экстерьеры, интерьеры. Самый, наверное, сложный и нетерпимый мной вопрос, что за задумка или идея изображения. Если бы художник хотел общаться со словами, он бы вышел на площадь, залез на дерево и сказал: у меня такая идея, я хочу вам рассказать. Художник передает свою мысль рисунком. И задача зрителя либо понять эту мысль, либо не понять. Поедем сегодня на набережную Днепра. Там я присмотрела пару стеночек. Выбрала это место, потому что буду сюда приезжать и, надеюсь, буду делать фотографии. Мне очень нравится, когда место диктует, что здесь рисовать. Плитки продиктовали мне этот рисунок. Я на них смотрела, и знаете, как дети там на асфальте, на облаках видят какие-то образы. Я на плитках увидела этот образ. Я не хочу рисовать большие муралы, это не мое. И, может, через 3 года я захочу, потому что это слишком смело. Здесь на набережной есть 4 мурала, 3 из них были нарисованы парнем из Харькова, а конкретно тот, который прямо напротив нас, это рисовал Рой, Валера Рой. Сейчас, понятное дело, много ребят ездят в Европу. И все эти течения, они возвращаются сюда, к нам. Я, безусловно, хочу иметь возможность побывать в разных странах, много чего посмотреть, но жить я хочу в Украине.